Сразу несколько приоритетных направлений получат дополнительную бюджетную поддержку. О грядущих изменениях говорили на заседании правительства. Поправки в главный финансовый документ республики обсудят на ближайшей сессии Госсовета. Вот что думают по этому поводу руководители профильных министерств. Уточнение бюджета на 2020 год заложены очень значительные средства на строительство дворовых территорий и строительство тротуаров. Это очень важно. Почему? Потому что все, что близко людям, это, соответственно, когда вышел из своего подъезда и ощутил на себе то, что вливание денег, оно не просто носит какой-то аморфный характер, а конкретные вещи связаны с конкретным человеком. Также по корректировке бюджета заложены средства на разработку проектно-сметной документации и строительство тепловых сетей, потери в которых превышают 40%, потому что это значительно сказывается на тех платежах по статье теплоснабжения обычных граждан, которые фактически уходят в небо. Тоже это значительный вклад. Основная сумма – это 1,5 миллиарда. Это очень значительная сумма, причем они будут распределяться равномерно по всем муниципалитетам Чувашской республики. С учетом уточнения нашего бюджета, расходная часть по разделу образования выросла у нас на 2,2 миллиарда. Если до уточнения составляло почти 16 миллиардов, то сейчас уже более 18 миллиардов. В рамках этого уточнения наши расходы увеличатся по таким разделам, как, прежде всего, это, конечно же, организация горячего питания для первых-четвертых классов. Сейчас у нас только в отношении малоимущих идет получение горячего питания. А с 1 сентября будут получать все категории. Далее мы планируем увеличить денежное вознаграждение для педработников за ведение классного руководства. Закупка компьютерной техники, конечно же, тоже сюда встает. Вот. Реализация грантовой деятельности.